Так, на день никто. Закончится наш чемпионат Харьковской области, третий этап. По новой схеме проведения. Спасибо Руслану Кориенко за эту идею проведения финала, четвертый день. Я думаю, там обязательно найдут. Я думаю, наши зрители поддержат, игроки тоже поддержат. Вот вам, финалисты, понравилась такая идея? Финала, четвертый день. Матч был классный. Итак, Зазань – это второе место на чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду. Третий этап дисциплины «Свободная пирамида» награждается Калашем Гранькова. И за занятое первое место в чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду третий этап дисциплина «Свободная пирамида» награждается. Спасибо судье. Работал. Спорных моментов не было. У нас и все гости приезжают, другие городовые. У нас атмосфера хорошая, никто не спорит. Шикарно. На вот так. Контакты. Можно фотографию? У меня нож сзади. Можно с А может, давай сюда Федоровича. Да дедушка, иди к нам посередине. Все, все смотрим на фотографа. Супер, спасибо. Школа чемпионов. Billiarder.com.ua